Им было легче умереть, чем выжить. В память о 69-й годовщине снятия блокады Ленинграда в Твери второй год подряд проводится необычная акция «Блокадный хлеб». В прошлом году она прошла сразу на нескольких площадках города. В этот раз одними из первых блокадный хлеб попробовали студенты Венециановского училища. Впервые акция «Блокадный хлеб» прошла в Ленинграде. Эстафету приняли сразу в нескольких городах страны. Студенты художественного училища имени Венецианова подготовили особую программу, в которой рассказали о тяжелой жизни людей во время тех 872 страшных днях блокады Ленинграда. К сожалению, многие моменты истории проходят мимо наших студентов. Поэтому очень серьезные моменты истории проходят мимо них. А быть Иванами, не помнящими отца, мы просто не имеем права. Блокадный хлеб – это символ тех страданий, тех мучений, тех подвигов при этом же, которые жители блокадного Ленинграда сумели преодолеть, сумели испытать. Потому что, как вот было сказано в одном фильме, жителям блокадного Ленинграда было гораздо сложнее выше, чем умереть. Именно хлеб давал надежду выжить в самое тяжелое время блокады. Это зима 41-го и 42-го. И этот хлеб изготавливали по особому рецепту. Отруби, древесные опилки, хлопковый жмых, сушеная трава, мука. А в самые тяжелые месяцы приходилось добавлять обойную пыль, березовые почки, сосновую кору и даже клей. И кроме этих 125 граммов так называемого хлеба, у жителей блокадного Ленинграда больше ничего не было. Понять, как прожить с таким рационом, прочувствовать всю боль осажденных блокадников попробовали и в современные дни. Является только приближенный по рецептуре к февралю 42 года. Потому что, сами понимаете, сейчас нынешним студентам давать хлеб, состоящий из целлюлозы и подобных ингредиентов, опасно для жизни во многом. Поэтому мы просто-напросто взяли хлеб из самого грубого сорта муки, грубого помола. Вот, соответственно, на одном из комбинатов области мы его выпекли. Блокадный хлеб был бесценен. Студенты, участники акции, поняли это, только увидев эти небольшие куски черного хлеба. В течение суток прожить можно, но в течение нескольких лет, если в сутки есть только по кусочку хлеба, это, конечно, тяжело. Это, да, очень сложно. Очень тяжело, потому что нет практически белка, одни углеводы, и будут сжигаться собственные жиры. Я бы очень быстро, наверное, сдался, потому что я очень сухой сам по себе. Если сравнить, сколько я ем сейчас, и не представляю, как можно наесть с таким малым количеством. Мы сейчас на этот хлеб смотрим совсем другими глазами, то есть и в блокадном Ленинграде, то есть, вернее, они смотрели совсем другими глазами на этот хлеб. Вот. То есть мы сейчас можем спокойно пойти купить его в магазин, то есть так все легко сейчас. Можем достать его, вот. Эти вот сколько, 120, да, грамм, сказали, да? 125 грамм, то есть нам, то есть это труда не составляет. Вот. А им было тяжело. Акция «Блокадный хлеб» еще не завершена. В этот четверг она пройдет в промышленно-экономическом колледже. В воскресенье попробовать блокадный хлеб смогут посетители одного из крупных торговых центров, а также на пересечении улицы Трехсвязской и бульвара Радищева. Там волонтеры будут раздавать всем желающим 125-граммовые порции блокадного хлеба.